Друзья мои, доброе утро. Владимир Зарубин, канал Пикник с Вовой. Суббота, и мы едем на рыбалку. Но не за судаком, а за окунем. На Ладоге на зимней рыбалке последний раз я был в 2007 году. Опыта по окуню у меня вообще ноль. Так как мы едем с дядей Лешей, уверен, что мы рыбу найдем и поймаем. Вернее, он нам ее найдет, а мы ее будем пытаться ловить. Вот, добрались, Лёш, до куда добрались-то мы? Разметелево, рыболовный магазин. Сейчас нам Алексей будет блёсны выбирать. А Алексей? Давай. О, какого. Добрались до черного. Вот сейчас на этих санях мы и поедем. Едем, наверное, во вторую Лиговскую протоку. Там посмотрим, что там будет, потому что давно не клюет вчера. Но нам что Господь даст, то мы и будем. Ну что, мы на озере, пытаемся ловить рыбу. Подъехали, Марина сразу села на рыбу. Ей Сережка только ломку сделал, она на десятка-два сразу поймала отменного хорошего. Что-то уже отличился, что ли? А? Две, три, ну я двух четыре. Штук. Четыре, я опустил маленький. Я двух поймал. Сразу. Так у тебя блесны, так надо лунку менять, нету нихера его. Так я только перешел. А, перешел? Нихера не видно. Че ты там смотришь на свою холодную? Не видно. Андрюша. Надо ехать на глубину, мне кажется. Ну, Алексей говорит, сейчас немножко еще посидим, переедем, скорее всего. Очередное включение с Ладожского озера. Не знаю уже, какая по счету лунка, может быть, 50-я. Ну вот, начал проклевываться. Опыта по окуню вообще, конечно, ноль. Народ смещается вот куда-то вот туда. Я пока смещаться не хочу, потому что есть подходы. Просто нужно его уговорить, а я не умею это делать. Сейчас в эхолоте хорошо видно. Видите, подъем идет. Поклевки нету. Так. Еще, кстати, оказалось, что надо было вертлюжок поставить, а его нету. Опа, вот он. Вот он, ребята, есть. Вот на эту приманочку в пол воды. Так, он у меня взял в пол воды. Делаю подмотку. В один оборот пробуем. Пошел подъем, пошел. Давай догоняй, сейчас поклевка будет. Он интересуется, но не берет. Делаем смену приманки. Так, эти две мы попробовали. Берем вот эту туда. Так, поставил вот такую плесенку красивую. Пробуем. С этой лунки где-то штук 12-15 я поймал. Походу надо переходить. Рыба есть, судя по эхолоту. Подходит к блесенке, но не берет. Прекратила ловиться. Не успел снять поклевочку, ребят, но экземплярчик о какой хороший. Клевка была у дна. Опа, подбил. Опа, опять. Что такое? Есть. Кажется. Ух ты. Ай-я-я. Ой-ой-ой, как много рыбы пришло. Рыбы сколько там.
Опа, есть. Опа. Пошла рыбалка в режиме лифта, блин. Главное, чтобы меня не спалил никто. Оп. А, есть. Лесенка оказалась рабочая. Разбирался с эхолотом, ну, достал одного, ну, начал что-то на эхолот, отвлекся, и у меня один чуть удочку не отобрал. Ого. Я ее в лунке достал. А, да? Да. Нормально. Ну, отсутствие опыта, как так сказать. Я так понимаю, Андрюха, короче, купленные снасти на эту рыбалку уже окупились. Двумя акушариками. Отдам окуней по себестоимости. Да, покажи по себестоимости, покажи окуней. За пятнашку отдам. Ну, стандарт. Да, ладно. Не, ну слушай, ну приятно так. Я говорю, ну один-то прям вообще. Хорошо придавил, да? Да.